А в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий соревновались каменщики и плиточники. В региональном этапе чемпионата рабочих профессий участвует всего 7 человек. Одни парни. В течение 2 дней они выполняют установку экспертов. Каменщики за 20 часов строят стену с арками. Качество работы оценивается по ровности, соблюдению толщины швов, горизонтальности и вертикальности рядов кладки и многим другим критериям. Участники конкурса по компетенции кирпичная кладка должны выложить простенок с четвертями из одинарного керамического кирпича на известковом растворе по многорядной системе перевязки швов. Сложность задания обусловлена тем, что необходимо также устроить 2 ниши. Первая – нижняя ниша в виде полукруглой арки, и вторая – верхняя ниша в виде трапеции. Задание для плиточников тоже непростое. Надо правильно нарезать плитки по эскизу и выложить в узор орнамент чувашской вышивки. Сделать это нужно аккуратно, ведь края плитки при одном неправильном движении откалываются. У каждого участника свои аргументы в пользу профессии. Строительство всегда востребовано. Но даже если я не пойду работать по этой профессии, то все равно это пригодится при ремонте или при постройке здания, дома. Профессии нравится то, что высокооплачиваемое, ну, особо не пыльное, красивое. Это нравится, душе нравится, когда так красиво все получается. Видно, что к строительному делу все парни относятся очень серьезно. После техникума они легко могут трудоустроиться по профессии. В республике много строят. Потребность в кадрах большая. Организаторы уверены, что подобные конкурсы привлекут в колледжи немало школьников. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика.